Место, где можно дотронуться до звезд – таков девиз космического парада. Праздник организовали в детском саду номер 9 «Космос». Подробнее в нашем сюжете. Так поздравляют юные люберчане, нарядившись в костюмы звездочек, космонавтов и планет. Парад посвящен 60-летию первого полета человека в космос. А сейчас у нас начинается большое шоу космическое «Инопланетные гости». Я думаю, что будет очень интересно. Пришли родители поздравить нас и деток. И я думаю, что мы сейчас будем наслаждаться нашим космическим полетом. Завести моторы! И полетели. Оказавшись в космосе, дети узнали обо всех существующих планетах. Родители юных люберчан помогли в организации космического парада и поздравили с круглой датой. Здесь деток готовят, как будто в космонавты, потому что все у нас по расписанию, и питание правильно, как в космическое. А еще с воспитанниками провели танцевальную зарядку и тематическую викторину. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.